Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Эльрой. Так, сегодня мы будем проходить основную сюжетную линию, потому что, как вы убедились, на ивентах нам пока с тобой делать нечего. Так, ну что, ивенты до сих пор еще идут, и причем каждый день разный ивент. Давай посмотрим, что у нас тут по наему. 10 золотых карточек. Ну что, давай тогда 10 наемов мы с тобой и сделаем. Кто нам тут достанется? А? Ну-ка, показывайте. Вау, герои, что ли, 2 штуки? Ну-ка, посмотрим. Открываем все. Нет, это Флэппи. Вау, Лен. И дубли. Дубли превращаются сразу же в камни. Это кто у нас такой? Алектос, какой-то водолаз. Странно. Так, ну это у нас был обычный с тобой наем. Так, героев, понятно, фигушки там, да, как говорится. Ну, давай тогда все это дело забирать. Получить 100 гемов получили, ну это мало на самом деле. Тут еще не все. А, за каждого героя нового, да, открытого. Так, это у нас Сюрен. Забрали награду, так, смотрим дальше. Ага, это у нас Алектос. Какой-то водолаз с якорем. Типа якорь это меч его, я так понимаю, да? Дальше кто у нас тут с тобой? Так, Лен. Окей. И, по-моему, все, да? Хотя нет, ребята, кто-то еще есть. Где-то я пропустил. А, Флэппи. Слушай, они... все вот одинаково, разные фракции, но они, большинство, вот как я читал комментарии про эту игру, они говорят, 200 героев, может быть 200 героев, но из них каждый пятый повторяется. Так, спутник, улучшение в плане, я могу ее улучшить сразу же. Но если я, например, не хочу, дайте мне, пожалуйста, другого. Я вот, может быть, вот этого хочу улучшить. Новый уровень. Так, у меня денег хватает? Пока хватает. Так, какой-то там уровень-то у меня получаешь 13, 14, 15. А мне нового персонажа-то дали или нет, которого я получил за вход в игру? Почему-то я его не вижу здесь. Он должен быть у меня... А, вот он. Урладбах, друзья мои. Вот так вот. Это тоже герой. Легендарный получается. Так, ну что? Что опять здесь? А, ну да, получил нового персонажа. Получи за него гемы. Вот он. Все. Ну что, теперь самое время поиграть уже в миссии. Поехали. Я больше уверен, что здесь пока все будет легко и просто. Я поставлю на автобой, ребята. Да еще и скорость прибавим. Сейчас посмотрим, как тут у нас пойдут дела. Надо что-то нам с тобой придумать новенькое. Или кого-то прокачивать, или кого-то менять. У нас должен быть с тобой, например, мечник, щитоносец, да? И плюс ко всему, нам нужно брать с тобой типа лучника или какого-нибудь мага, если есть такие. Так, иметь спутников. Вы получили достижение. Ну и что? Я все время получаю какие-то достижения. Чего меня тут удивили? 100 брюликами этими? Несчастными. Спасибо вам большое. Так, ладно, новый персонаж, забираем еще 10 брюлей. Ну что, и продолжаем, конечно же, продолжаем. Так, нам сюда? Нет, нам сюда. Старт. Пока получим новый уровень, потом прокачаем, наверное, себе тележку эту, да? И будем уже прокачивать уровни нашим героям. Ну ты видишь, как получается? Он постоянно вызывает вот этих вот мечников. Он даже не хочет вызволять других персонажей. Так, выполнена миссия, окей. Все, давай дальше проходить. Я думаю, что здесь мы с тобой очень быстро и легко пройдем. Ну, может быть, даже где-то до 20-й, до 30-й миссии. Мне почему-то так кажется. Потому что, ну, ты сам видишь, какие ватные тут вражки идут. Мы их, естественно, быстро очень разбираем. И база имеет всего лишь 1240... Оу, надо же, тут уже бусики есть, оказывается. Это для меня нежданчик. Ну, мы их тут порвали.
Так, ну и базу, конечно же, уничтожили. Надо же, вызвал все-таки эту девчулю. Так, Стейша, разве это у нас... А, все, она сразу же автоматически переделалась в камешек. Камешек для прокачки наших персонажей. То есть ты хочешь сказать, что я могу... А улучшить я его пока не могу. Для повышения нам нужно 10 уже камней. Вот эти 3 медальона есть. Что из себя интересно представляет вот этот вот герой новый, которого мы с тобой взяли, где он? Вот этот вот Урладбах. Мне бы хотелось бы посмотреть. Может быть, нам его с тобой прокачать? Камушки у нас с тобой, слава богу, есть. Так, подожди, улучшение, да? Плюс 1. Так. Пошли усиленные камни. Вот я качаю, я даже еще не знаю, что он из себя представляет, а зачем-то я его качаю. И сколько он стоит, кстати, я тоже не знаю. Но в любом случае мы с тобой его сейчас возьмем к себе в команду, в спутники, да? Так, у нас где тут? Изменить группу. Я думаю, мы уберем, наверное, с тобой Флумарин и поставим его. Так, это единственный, который, да, плюс 1 имеет прокачку из героев. Даже этот не имеет. Хотя у этого 2 звезды, ему не нужен никакой плюсик. Окей. Ну что, поехали дальше. Тут у нас какая-то, друзья мои, пещера. Пещера Арарат. Я думаю, пройдем. Ничего страшного здесь не будет. Так. Мы можем, конечно, с тобой немножко вот так вот сделать, если хочешь. Накопить, например, ну, достаточное количество гемов, чтобы позвать этого Урлаха. Хотя не успеем, потому что мои бойцы уничтожают замок быстрее, чем я вызову бойца. Так, левел ап, друзья мои, вот это уже хорошо. Я же теперь могу прокачать себе караван, верно? Верно, только не хватает финансов. Ладушки, ничего страшного. Ну что, пещера, ох, ё-моё. 100% это босс. 100% я тебе говорю. Wanted. Трындец. Так, что мы с тобой делаем? Копим, копим, естественно, энергию. Так, и тут 100% я тебе говорю, надо будет вызывать нашу элиту. Посмотрим, что он там делает. Слушай, ну я тебе скажу, это терпимо еще. Это терпимо. О, он даже справляется. Так, секунду. Я, наверное, даже успею накопить все-таки. Давай, наверное, посмотрим вот этого. Потому что этого мы знаем, что он делает, а вот этого не знаем. Давай, давай, Ахламон, подпускай своих шитиков поближе. Смотрим, ребята. Такой типа танка или что он из себя представляет, не знаю, сейчас глянем. Бух, просто с удара, ты понял? Он сейчас этого, наверное, с удара снесет, мне кажется. Смотри. Офигеть, такой чувак, да? Ну, не с удара, но, по крайней мере, он ему ничего не может сделать. Смотри. Это смешно. Так, а мы еще сейчас вызовем подмогу. А не надо будет, мне кажется, он сейчас справится с ним. Ну давай, давай, есть. В принципе, босс ничто. Но этот чувак крепок, крепок. Так, получены материалы. Все это мы с тобой получили. Ну, двигаемся дальше. Так, увеличитель изображения. Так, повышение количества золота, получаемого за прохождение уровня на 26%. Слушай, ну это хорошо, ребята. Красный ремешок будет следующий. У нас реликвия. Это, наверное, где-то на стадии 25, я думаю, да? Ну что, а мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Так, топорики. Ну, как ты видишь, мы это все рубим. Скоро мы с тобой, я чувствую, дойдем до определенного уровня, где уже не сможем так с тобой на халявку так проходить. Мне кажется, у меня слишком много всяких чуваков с щитами. Надо, наверное, поубирать. Он вызвал в конце только лучницу. И денег сколько у нас с тобой? 2. Что? Ты уже здесь? Получилось быстрее, чем мне казалось. Ты чего так долго? Разве может помощник быть столь ленив? Ого. Кто просил меня принести припасы? В любом случае, это для исследования изведанной земли. Это выполнимо?
Вполне, учитывая, что здесь повсюду камни призыва. Ты можешь вызвать остальных с помощью устройства призыва на базе. Хм, не может быть, что на неизведанном континенте все так просто. В любом случае, припасы у нас. Отправляемся в путь. Конечно, ладно, идем. Это кто и с кем вообще разговаривал? 600 лет прошло после падения древней цивилизации. Эра великого хаоса подошла к концу. Настало время новой цивилизации. Но вокруг до сих пор бесчисленное количество неизведанных земель, до которых никто не добирался. Путь, положенный королем исследований Эл-Рой, ведущий к континенту на другой стороне барьера. Исследование нового континента наконец началось. То есть, это вот сейчас к чему было? Я не понял. А до этого мы что с тобой делали? Так, просто сопельки жевали, да? У нас, по-моему, уже давным-давно началось исследование континента, насколько я могу понимать. Они только сейчас включили заставку. Молодцы. Поехали. Сейчас мы тут их всех поразносим. Ну, для этого уровня, да, я не спорю, ребята. Может быть, мы немножечко с тобой перекачались. Но поверь мне, мы с тобой дойдем до нашего предела и будем локти кусать. И мечтать о вот этих временах, когда проходили все на изи. Так, еще раз, два, три. На третьем уже у нас будет с тобой пещера, где придется разобраться с врагами, естественно. Что-то мне так понравилось на автобое, ребята. Нет, можно, конечно, и самому, но здесь он как бы все сам делает за тебя, как в Battle Cats. Так, давай. Опа. Смотри, какой робот-крабик. Ой-ой-ой. Секунду. Нет, мы его уничтожаем. Я думал, что он так будет нас с тобой. Фига, у него две полоски хп, что ли, было? Это нечестно. В хламину. Так, он вызвал уже до этого желтенького нашего летунчика. Ну что же, отправляемся дальше. Ух ты. Это что это такое у нас? Что это такое странное? Желеобразный какой-то пузырь. Ну-ка, сейчас посмотрим, как мои бойцы. И у нас тоже с тобой по-другому немножко стало выглядеть. Видишь, где мы с тобой накапливали энергию? Теперь какой-то пузырь. Тьфу. На изи. И в чем смысл было, да, менять базу вражескую? Так, еще один материал, реликвии. Почему-то мы все время получаем с тобой бронзовый. Почему мы не можем получить золотую реликвию? Так. Судя по всему, это будет у нас босс с какой-то пушкой. Wanted. Ого. А ну-ка. Фига он. Он, конечно, бежит, но очень медленно. И знаешь, в чем еще отличие между Battle Cats и этой игры? Что когда мы там в Battle Cats убивали противников, мы получали энергию с тобой. Здесь же такого не происходит. Так, а можно мне уровень-то? О, все? Блин, я думал, нам тут надо будет сейчас прокачиваться, выпендриваться. Мы взяли просто на изи и прошли. Ну, я так думаю, где-то до 40-го, наверное, мы с тобой будем довольно легко идти. Мне так кажется. Не понял. В плане тайм-атака. А что, тут еще и миссии на время? Короче, ребята, у нас 2 минуты было дано для того, чтобы разбить вот этот пузырь. Посмотрим. Проще пареной репы. Ну, согласись. Победа. Что-то мало денег так дают. Очень мало. Ну, сразу следующее. Опять. Слушай, тут какой-то промежуток вот этих вот между миссиями на время. Ладно, давай посмотрим. Так, рубим. Базенку эту. Есть. Отлично. Ну, хотя бы до сюда дойти. Там уже посмотрим. Может быть, все-таки не будет у нас на время миссии. Так, здесь не на время, здесь уже пошли обычные. Как-то всякие уровни у нас рандомные, да? Ты заметил? То на время, то еще что-нибудь. Он, смотри, что делает на автобое. Он строгает мне бойцов, а уровень базы не поднимает. Опа! Ого!
босс такой, да? Типа, там город у него какой-то вместо лица. Тихо, что так? Стоп. Не может быть. Я не верю, ребят, своим глазам. Неужели вот первый босс или как-то враг, с которым мы с тобой не справимся? Я не могу в это поверить. Мы должны здесь пробиться с вами. Чуть, неужели всех подбили? Упс. А вот оно что, друзья мои. Ну что ж, придется переигрывать. Хочешь ты этого или нет? Только я буду действовать немножко по-другому. Я не буду здесь никакой автобой ставить. Сейчас мы будем с тобой копить на нужных нам персонажей. Естественно, выпускать именно их. Первым, я думаю, отпустим желтого в бой, да? Да, скорее всего, так сделаем. А потом этого. Или наоборот, этого сначала, а потом желтого. Нет, ну желтый у нас, понимаешь, он на дальнюю дистанцию работает. То есть будет издалека их бомбить. Причем он медленно двигается. Да, как раз должны будем с тобой успеть. Так, этот мелкий там хорошо бомбит, в принципе. Так, сейчас появиться должен босс. Копим энергию на двух элитников, на двух героев. Ну-ка давай, бамс. Видишь, что он делает? Просто истребляет их. На изи причем. Ну вот мы вызвали с тобой еще одного танка. Так, ну что? А почему... Подожди, а почему сейчас не было никого? Странно как-то тут все это. Первого сыграли был противник. Мощный. Сейчас здесь какие-то ватники вышли, да и все. Мы их просто уничтожили. Не было этого босса, который с городом вместо морды. Ладно. Так, вышли, да, партизаны? Я думаю, ты у меня один тут справишься пока. Раз, два, три. Так, дамаж пока помаленьку. Давайте ее в помощь лучницу вызову. Так, лучницу вызову. Уровень поднимем. 2200, да, имеет энергия. Давай, стреляй. Как ты медленно строчишь, а? Если честно, я думал, что она будет намного быстрее. Что-то вообще не алло. Никакого эффекта. Так что от этой лучницы, я тебе скажу, эффекта ровным счетом ноль. Окей. Так, нам нужно с тобой вот этого вызвать. Наш, как говорится, писарь сейчас тут всех разнесет. Хотя тут уже и разносить-то, в принципе, некого. Сейчас сами справимся. Давай. Блин, только на одном мечнике вот этом мы с тобой и держимся. Согласись. Он очень дешевый и мощный. Ну, прокачан хорошо. Так, отправляемся дальше. Так, это у нас очередной босс. Какая-то маска. Ну, конечно же, он будет отправлять против меня своих псов. Ну, псов-то, я думаю, рыцарь завалит. Давай, родной мой. Стругай там их всех. Так, нам нужно, нам не... Опа! А он, оказывается, дальнобойный, да, чувак? Слушай, тут хочешь не хочешь, нам придется с тобой вызывать писаря. Угу. Так. С этими... Смотри, что творит, а? Совсем оборзел. Блин, я, наверное, не успею. Не успею, придется вызвать. Хотя бы так, на первое время. Потом писарь пойдет. Все, ребята, писаря вызвал. И надо будет... Вот так сделать. Надо будет вызывать нам еще с тобой танка. С удара. Я не знаю, ребята, что будет, когда он в этого шмальнет. Сейчас посмотрим. Ну, он терпит. Он терпит. Ничего страшного не происходит. Неприятно, но нормуль. Все, вот боссу крышка сейчас. На. Да выпендривался. Типа думал, сейчас такой деловой, да? Думает, я никак с ним не справлюсь. Справился же. Все. 30-я миссия пройдена.
Ну что же, блин, у нас еще с тобой тут столько этих миссий. Трындец просто-напросто. И, кстати, я хотел посмотреть, как у нас там с тобой уровень-то растет, не растет. С какой прогрессией, так скажем. Вот он опять за свое. Он чисто клепает дешевых юнитов. Он не хочет прокачивать уровень базы на автомате. Понимаешь? Не хочет и все здесь. Упс, 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 тихо. Блин. Этот автобой дурацкий. Если честно, дурацкий, он здесь вообще не продуманный, ребята. Автобой этот. Давай, писарь, выходи. Справишься или нет? Да, по-моему, на изи справится здесь. С полтычка, я бы даже сказал. Так. Давай лукаря позовем. Хоть никчемный, но сзади нормуль. Все, не обязательно. Подбили. Ну что, давай приступать к следующей битве. Пока ничего страшного здесь нету. Ну и вот этот автобой я пока буду, наверное, сам. Тут надо в первую очередь прокачать просто побольше энергии на базе. После этого можно ставить автобой со скоростью, да? И уже, наверное, будет получше. Выключаем опять же автобой. 349 энергии. Воу-воу-воу-воу. Так. Слушай, тут что-то... Во, писарь. Писаря мы с тобой вызвали. Надо будет, кстати, его прокачать. Стражника вызвали. Да ну, шансов нету. У врага шансов здесь вообще не будет. И автобой включаем. Ну, ты сам видишь, да? Опа. Слушай, кстати, ты заметил, что он когда бьет, он наносит массовый урон. Он не одну цель бомбит, а все, кто рядышком стоит, тоже получает урон. Так что этот чувак очень даже неплох. Так, ну что, дойдем мы сегодня с тобой до 35-й миссии. Пока вообще все легко. Даже как-то немножко взгрустнулось. Так, тихо, давай, наверное, еще с тобой... 349, да, нужно? Слушай, ну тут дофига 1614 энергии. Можно автобой врубать. Спокойно. Без проблем. Что-то здесь никто не входит. Босс, что ли, будет какой-нибудь мини? Не? Никого. Просто проходящий был уровень. Ладно, нам-то что? Мы с тобой получаем жетоны вот эти вот. Скоро реликвию еще одну откроем, кстати. Так, а что у нас тут? Ивент в ивенте. Начальная миссия. 2000 голды. Спасибо большое. Это приятненько получить бонус. Так, тут у нас билеты. И камни. Три камушка. Окей, забрали. Временное событие. Так, забираем с тобой энергию. Так, пришествие босса. Ох ты, смотри, какой босс. Но я больше уверен, что на него лучше не лезть. Лучше на него не лезть. Наем, а что опять в наеме-то? Я же вроде бы все, как говорится, потратил. У меня ничего нету. Так, здесь получаем абсолютно все. Кстати, мы же можем сейчас. Да, ребят, нам хватает вполне денег, чтобы мы могли прокачать свой караван. Вот он. Ну-ка. Недостаточно чего? Недостаточный уровень команды. А что нам нужно? Четыре вот таких вот камня, да, надо? А у меня всего лишь один. Вот проблема с этими камнями. Я даже не знаю, где их на самом деле, ребят, брать. Тут ивенты. Получить все. Ух ты. Это кто у нас такой? Флэдин фиолетовый. Короче, получить все. Ладушки, что у нас тогда с тобой так в инвентаре? Ну, ничего хорошего нету. Так, я здесь опять же все забираю. Кстати, 10 билетов мы с тобой получили, обычных. Можно пойти в наем. Ну что, давай, 10 так 10. А он по одному, да, открывает мне? Так, Миул, ну этот у нас с тобой был. Слушай, я могу сразу
Во, вот так вот сделаем лучше. Давай всех сразу открывай мне, показывай. Они все у меня наверняка есть. Хоба, и практически все превратились в камни, кроме Рыдай. Что за Рыдай? Ну какой-то робот, опять же. Опять же, обычный сосуновский роботок. Вот он, Рыдай. А почему это он стоит на первом месте, интересно мне знать, а? А, то, что он типа зеленый. Так какая разница, что он зеленый или не зеленый. Так, давай мы здесь уровень поднимем. Вот этому, наверное, тоже с тобой лучше всего уровень забабахать. Так, пятый. У нас максимум какой, шестой или седьмой? А, так тут без разницы, лишь бы деньги были. Но денег у нас с тобой предостаточно. Повышение сделать не могу, к сожалению, пока. Так, а где писарь? Вот скажи, вот он. Тоже не могу, да, его дальше прокачивать. Хорошо, давай тогда будем своего этого купи качать. Также я могу его, да, до какого там, 15 уровня качнуть. Интересно, что будет, если он получит все 5 звезд? Он изменится как-нибудь или нет? Ну это трындец, ребята, уже 17 уровень. 20. Ого, чтобы повышение сделать, нифига ресурсы нужны. Вот если честно, мне кажется, вот эти вот всякие вот суперские такие талисманы, наверное, зарабатываются на элитных миссиях. Может быть, даже на рейд-боссах. Но это не точно. Так, ну что, кого нам еще с тобой прокачать? Как думаешь, а? Этот пока фулл. Этот у нас тоже пока фулл. А где у нас лучник? Вот он. Может быть, лучника? Так, я могу улучшить, что ли? Ну, давай посмотрим, да? Тогда сделаем улучшение. Ну и повышение, естественно, да? Плюс один. Окей. Так, активировали. Ну и можно дальше прокачивать. Слушай, это точно у меня герой? Да по идее, да, герой. Просто она какая-то такая слабенькая. Я подумал, что это обычный рядовой персонаж. Но нет. Так, спутники. Подожди, не спутники мне надо, а группа. Я хочу, знаешь, что сделать? Убрать, наверное, вот это. И вместо вот кого я сейчас убрал, поставить... А кого? Подожди секунду. Давай Джейка. Пускай Джейк будет у нас, да, с тобой здесь. Ну что, давай отправимся дальше в путь. Стартуем. Так. Ага, вышли. Ну-ка давай, покажи им, рыцарь. Ты прокачанный, ты должен себя чувствовать хорошо. Кстати, кто-то мне сказал: Рэй, почему ты не прокачиваешь вот эту вот скорость накопления энергии? Я, ребят, честно говоря, не могу понять, где эта скорость качается. Начнем с этого. Может быть, я просто невнимательно смотрел. Ну, один. Ребята, один рыцарь в соло уничтожил базу. Так, ну что, давай посмотрим. Караван, исследование, инвентарь. Ну, может быть, это в исследованиях у нас делается, нет? Так, новый уровень, седьмой. Так, здесь мы с тобой, наверное, тоже все прокачаем, да? Ой, подожди-ка. Вот, призов. Седьмой. Здесь тоже седьмой сделаем. Ну и спутники. Тоже прокачиваем до седьмого уровня. Окей. Так, что у нас дальше? Есть реликвии, инвентарь, магазин. Магазин мне не нужен. Ну, вот реликвии. Реликвии, интересно, можно как-то их улучшить? Двигаться. Плане. Двигаться. Ох, ничего себе, тут нужно сколько жетонов-то насобирать. Ого. Стадия 61-65, да? Это вот как у нас с 91 по соточку. Какие реликвии у нас с тобой появятся? Ну, это равнина надежды. Я так думаю, что будут еще разные равнины, скорее всего.
Так, тут у нас рыдай. Робот какой-то маленький. Максимальный уровень. Так, подожди, как это... Посмотри. Нифига себе звездочка, ребята. 35-й, рыдай плюс 6. Офигеть. Без заточки он будет 32 тысячи хп иметь. Нет, точнее 3243 хп. На максимальном улучшении 5000 хп. И атака почти 1000. Я думаю, слушай, я думаю, это слабенько. И вообще не стоит, наверное, их качать. Ну что, блин, опять. Опять этот босс у нас. Угу, идет по-тихому. Так, давай быстренько накоплять энергию с тобой. Сейчас я рыцаря вызову. С этими, я думаю, он разберется с топориками-то. Так, дальше прокачиваемся. Ну, ты знаешь, да, кого я сейчас буду вызывать? Тут нетрудно догадаться. Писаря и нашего танка. Он даже один, смотри, что делает наш рыцарь. Почти босса запинал. Офигеть. А как этот чувак выглядит? Ага, с монтажкой бежит. Деловой на всем тут. Так, и лучника позовем. Сейчас посмотрим. О, ребята. Легче простого. Ну что же, нормуль. Мы прошли с тобой. Так, и у нас раз, два, три, четыре, пять. И там уже будет 40-я стадия. Ну давай посмотрим. Что? Defense Battle? Ну ладно. Будем Defense делать. Давай, парень, выходи. Вся надежда на тебя. На тебя смотрит вся страна, парень. Первый наш герой. Давай, в соло сможешь также завалить базенку, а? Будь добр. Сейчас, прикинь, наковыляет. Так, у нас, видишь, сейчас с тобой тут время идет. Да ну, он просто красавчик. Посмотри, что он вытворяет, а, друзья мои. Что он делает? Этот малыш в одно лицо рубашит. Красавчик. Кто скажет, что он не красавчик? Молодец. Молодец. Так, ну что, давай дальше. Мы с тобой очень быстро продвигаемся. Это большой плюс для нас. Единственное, что вот, не знаю, мы можем, например, с тобой вернуться в старые уровни и, например, фармить там кристаллы или еще что-нибудь. Тихо. Ага, этот уже противничек будет посерьезнее, да? О, да не такой уж он и серьезный. Не-не-не, забомбим мы его. Так. Мне бы вот хотелось бы тоже иметь вот таких вот слабеньких первоначальных бойцов, но только не ближнего боя, а дальнего боя. Ты понимаешь, да, для чего? Чтобы мы могли с тобой не только сразу фармить, например, на начале сильных вот таких вот бойцов ближнего боя, но и дальнего боя. И это, кстати, надо посмотреть. Давай поглянем. Так, спутники. Жалко, здесь нет у нас такой, знаешь, там, танк, стрелок, чтобы разделение шло. Вот фиг знает, кто из них тут стрелок. Этот, я думаю, идет как воин. Вот что ты делаешь? Тут нигде не написано. Подожди-ка, может быть. Сейчас, подожди. Это 100% медик. Ну, тут даже показано, что это медик, кстати. А это было бы неплохо иметь медика в отряде. Согласись. Да-да-да. Иметь медика в отряде — это элита. Это очень хорошо. Ну-ка. Так, ну, медик медиком. А мы еще хотели с тобой найти... В принципе, вот есть стрелок. Сразу видно, лучник. Угу, Вульфина. Так, Вульфина, у нас как идут с тобой? Вначале серые, потом зеленые, потом синие, потом фиолетовые, потом желтые. Так идет, да? По-моему. Значит, нам лучше с тобой брать Мерлин.
Она будет получше же, да? Ну, посмотрим. Да, тут видно сразу 62 хп, всего лишь 19 к атаке. А тут... 138 хп, 16 к атаке. То есть по атаке слабоват. Тут идет посерьезнее прирост. Тут зато скорость повыше стрельбы. Здесь секунда 40, здесь... Подожди-ка, здесь, наверное... Блин. Это скорость атаки или перезарядка? Блин, не поймешь, пока не возьмешь, не проверишь на своей шкуре. Фиг его знает. Давай, спутники. Так, не спутники, нам нужно с тобой группу убрать, наверное, вот этого шитика, да? И взять вот так вот. Что еще можно взять? Вот этого убрать и взять медика. Вот так вот мы с тобой сейчас посмотрим. Ну что, поехали. Стартуем. Сейчас мы с тобой... А чё он так дорого стоит-то по этой? Блин, он же обычный. А, нет. Обычно это у нас идут серенькие с тобой. Фиолетовые, конечно же, будут стоить дорого. Вот тебе еще один ответ. Если хочешь иметь хорошего лучника на начальной стадии, то бери серого воина. Серого воина, да? Который имеет самый начальный статус. А не фиолетовых, как говорится, и так далее. Тут вообще у нас легендарные бойцы пошли. Так, давай. Ну. Уничтожили. Мне дадут? Ну-ка, посмотрим, как работает медик. Ну, этот вот, смотри, он быстрый. Воу, так он действительно стреляет очень быстро. А медик... Медик лечит или не лечит? Я не могу понять. Он стреляет. Кстати, это хорошо, что медик может, ребят, стрелять. Это очень классно. Есть, короче, смысл прокачивать и медика, и вон того лучника. То есть они два дальнобойных юнита. Шикарненько. Так, ну что. Предпоследняя у нас на сегодня, ребята, миссия. Ну, стоит, блин, 417 энергии. То есть вот, если ты захочешь на ранней игре его вызвать, да, на самой-самой ранней, не получится. Он стоит дороже, извини меня, медика и дороже вот этого вот чувачка. Даже вот этого легендарного героя. Прикинь? Вот так вот. Ну, это что там еще вылезло? Я не могу понять, что за пузырь. Так. Опа, опа, опачки. Так, стопы, ребята. Мне это не совсем не нравится. Сейчас нас, по-моему, тут пробьют. Ха. Небольшой, ребята, конфуз у нас вышел здесь. Так, ладно, попробуем еще разок. Вот этого надо уничтожить. И там чувак, видишь, стреляет. Ага, вот. Вышел мой родной. Давай. Бабахай их тут всех. Медика. Еще вот этого стрелка. Чем-то напоминает мне Каркушу из «Спокойной ночи, малыши». Ну вот, совсем другое дело. Я думал, что сфейлимся. Нет, все-таки успели пробиться. Ну, уже чувствуется напряг, если честно. Уже чувствуется такое напряжение. Ну что, проходим с тобой 40-ю стадию и будем закругляться на сегодня. Опять ты? Ну, это, ребята, повторение. Повторяется босс-то у нас, оказывается. Так, ладно. Он медленный, поэтому мой рыцарь, в принципе, должен здесь справиться. На начальных порах все довольно легко и просто. Так... Он тут навысылал слишком сильную армию. Слишком много их, да? Но нам-то нужен кто? Вот эти два. Вот эти вот два чувачка. Так, давай, выходи, родной. Так, и потом вызовем с тобой стража. И будет у нас с тобой все тип-топ. Чувак, а такая пушка еще. Аркебуза, блин. Угу, он хочет со мной потягаться, кто сильнее, что ли?
Ой, зря ты, парень, это затеял. Блин, хотя подожди, он таким темпом может меня бомбануть, пока я тут занимаюсь. Сам понимаешь, чем, да? Смотри, что творит. Так, давай, лучник. Отлично. Еще одного вызовем. Есть. Все-таки ушатали его, и слава богу. Ну, пока, ребята, все проходимо. Никаких таких вот серьезных проблем нету у нас. Все идет ровно. Обязательно с тобой продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока и до скорого.